показали, что на этом чемпионате мира им придется непросто. И эта команда, если и будет фирить в том же стиле, что 4 года назад, то не с первого матча это начнется. И костариканцы наглядно показали, как Уругвай можно и нужно обыгрывать. Штрафной тем временем. Эквадор, удар, поворот, там гол! Взлетает вверх вся вот эта желтая армада болельщиков эквадорской команды. Прекрасный навес. И Эннер Валенсия, оставленный буквально на пол мгновения защитниками швейцарцев, вогнал мяч в сетку Диего Беналья. Как же так оставили футболиста, который здорово играет головой, швейцарцы практически не прикрыты. Мы стеночку особенно не выстраивали, смотрим еще раз. Ну и там никто помешать Валенсии не сумел. Прекрасный навес в исполнении Вальтера Айови. И Эндер Валенсия, выпрыгнувший выше всех, располагался даже ближе, чем линия вратарской. С 5-то метров, какая бы реакция у Беналью ни была, а сборную... Смотрим еще раз, как забивал Валенсия. Я, честно говоря, не очень понимаю, а кто же там кого держал? И Кайседо был готов откликнуться на эту передачу, и еще несколько человек в синей форме. Все они не то чтобы плотно были прикрыты, швейцарцы скорее пытались играть по мячу, а, как известно, зачастую...